Good morning, my dear students. Доброе утро, дорогие мои ученики. Сегодня у нас Unit Revision. Повторение. Сегодня на уроке мы будем с вами закреплять наши знания по пройденному разделу My Family and Friends. Моя семья и друзья. Цели урока. Ты узнаешь, как использовать слова и фразы по пройденным темам. Ты научишься отвечать на вопросы о семье, друзьях, вещах в твоей комнате, днях недели и повторишь звуки английского алфавита. Are you ready? Готовы? Family and friends. Семья и друзья. Повтори. A boy, a girl. Как вы думаете, это кто? A boy. A boy – это мальчик, a girl – это девочка. Повторяем еще раз. A boy, a girl. Good job. Повтори. She – она. He, он. Еще раз. She, она. He, он. Listen and choose. Послушай и выбери. Mom or dad? Как вы думаете, на первой картинке кто у нас? Mom or dad? Мама или папа? На второй картинке. Sister or brother? На третьей картинке. Grandpa or grandma? Как вы думаете? Проверим. This is a mom. Это мама. This is a brother. Это брат. This is a grandpa. Это дедушка. Great job. Well done, молодцы. Готовы? In my house. В моем доме. What is it? Что это? A bed, a desk. Вы знаете, да, что a bed – это кровать, a desk – это парта. Good. What is it? Как ты думаешь, что это? A table or a chair? Думаем. Посмотрим. A chair. Почему? Потому что a table – это стол, a chair – это стул. Давайте с вами повторим конструкцию there is, there are. There is используется только в единственном числе. Например, there is a school. Там школа. Или there is a park. Там парк. Дальше. There are. There are используется только во множественном числе. Например, there are four rulers. Четыре линейки. There are seven pencil cases. Семь пеналов. В конце у нас к существительному подлежащему добавляется s окончание во множественном числе. Reading – чтение. Например, there is – там есть, только в единственном числе. There are – тоже там есть, только во множественном числе. Repeat after me. Повторяем за мной. Great job.
There are, там есть. Почему мы выбрали there are? Потому что у нас два стула, да? There are у нас используется только во множественном числе. Prepositions of place. Предлоги места. Давайте мы с вами повторим предлоги места. On, на, in, в. Next to, возле. Under, под. Behind, за. In my house. В моем доме. Давайте мы попробуем выбрать с вами правильное предложение. Первое. There is a bag on the table. Второе предложение. There is a bag under the table. Как вы думаете, в соответствии с картинкой попробуйте отгадать, какое предложение правильное. Okay, let's check in. Проверим. There is a bag under the table. Почему? Потому что рюкзак у нас находится под столом, да? Okay, great job. Молодцы. Days of the week. Дни недели. Days of the week. Дни недели. Listen to me more attentively and repeat after me. Слушаем и повторяем за мной. Monday – понедельник. Tuesday – вторник. Wednesday – среда. Thursday – четверг. Friday – пятница. Saturday – суббота. Sunday – воскресенье. Повторяем за мной. Perfect. Попробуй отгадать, какой это день недели. Как вы думаете? Sunday or fun day? Думаем. Let's check in. Проверим. Yes, that's right. It is a Sunday. Это воскресенье, да? Sunday, повторяем. Sunday, воскресенье. Дальше. Как вы думаете, это какой день недели? Wednesday. Wednesday. Думаем. Проверим. Это у нас среда. Повторяем. Wednesday. Среда. Great. Let's repeat the alphabet. Alphabet. Алфавит. Давайте с вами повторим алфавит. Name the letter. Назови буковку. Как вы думаете, какая это буква? S или C? S или C? Думаем. Проверим. That's right. This is S. S. Буква S. Повторяем. S. Дальше. Как вы думаете, это какая буква? G или J? G или J? Проверим. Это у нас G. Повторяем. G. G. Good. The next. Это какая буква у нас, ребят? A или I? A или I? Как вы думаете? P
первая буква алфавита. Проверим? That's absolutely right. Это у нас A. A. Повторяем. A. Звук E. E. Повторяем. E. Listen to me more attentively and repeat after me. Слушаем и повторяем за мной. A fat cat sat on a mat and ate a fat rat. Еще раз. A fat cat sat on a mat and ate a fat rat. Это у нас, ребята, tongue twister. Tongue twister называется скороговорки, да? Еще раз, давайте теперь быстрее. A fat cat sat on a mat and ate a fat rat. A fat cat sat on a mat and ate a fat rat. Повторяем за мной. A fat cat sat on a mat and ate a fat rat. Great job! Молодцы! Так держать. Ты можешь использовать слова и фразы по пройденным темам, отвечать на вопросы о семье, друзьях, вещах в твоей комнате, днях недели и повторить звуки английского алфавита. The lesson is over. Thank you for your work. Goodbye.